Привет. Жучок красивый. Привет. Привет, зайчик. Привет, зайчик. Привет. Я голодный, да? Красавчик. Привет. Если все хорошо будет, может, завтра, послезавтра в семью пойдешь. А? Красавец. Да. Вот. Не хочешь кушать, да? Ты наишься. Да. Вот хорошо, да? Так чухать, если за ушком, да? То есть чухает. Хорошо, да? Хорошо тебе. Да, заяц. Хорошо тебе, заяц. Зайчик, привет, я тебе сейчас дам. На, цей не хочет, на. На, кушай. Вот. Не бойся, не бойся. Кушай, кушай. Вот он этот одноглазенький, что мене тогда это поцарапал. Это братики родные. Да. Цей родился такой полосатый, красивый. А цей такой тоже красивенький. Остался без глазика, зайчик. Но у него уже глазки открылись, он не кашляет. А цей вообще стерилизованный заяц, да? А ті коти дерутся за кошек, отой з хромой лапой, отой чорний з білим. Вони оклигали, падли, пішли по кошкам. По бабам, хотів сказати. Оце всі браці, от это. Все. Да, заяц, да, заяц, да, заяц. Да, заяц, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, короче. Ну что такое? Ну что такое? Ну, ах ты жучок. А это тоже кот. Вот это черный, я думал, это кошка, а в него яйца. Вот это три брата. И они в обнимку все сплять. Бачите он? Подними хвост. Подними хвост. Бачите он? Ах ты, корова мала. Ну чего ты? Едят довольны. Довольны, да? Довольны? Довольны, довольны. Довольны. Так, ладно, сейчас я мусор выкидываю. Всегда все выкидываем отсюда. Никто тут ничего не бросает. Вот эти алкашня. Это ж не мы бросаем, а алкашня. Не успевают убирать люди, если алкашню кончено. Сейчас тоже соберу, он пакет выкину. Ну, ну, что ты, красавец? Ох, у него взгляд. Ох, взгляд. Ох, взгляд. Да? Ну что, ну что? Ты привык уже, да? Привык уже, красавец. Поубирали трошки. Бордель тут, пакет. Да? Красавец. Ой, красавец. А глаза, какие у тебя изумрудные глаза. Красивые. Ой. Ой, ой. Ой, глаза красивые. Ой. Ой, страшный. Страшный. Ну да. Он цей сидит. Что, одноглазый? А цей, конечно, красавец. Деде. Они на трубе там сидят, и там другие. Там вот той с пробитой лапой. Потом там черный с белым и кошка серая. И они вот это на ней два кобеля охотятся. А это все три брата. Вот этот черный и вот тот, который там сидит. Вот это три брата. А черный где-то побежал уже, поел? А кошечка до черный. А. Ава. 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 Да. Кастрирован, да? Да. Плачется, да? Да. Мне руки дает. Мурчик. Лапонька такий хороший. Чуєш, що я люблю, да, котів, так як Самвел собак? Ого. Да, ти так котів? Ні, я люблю животних псих. Я виросла в селі, Самвелик. Ні, ну я теж вирос в селі, ну собі в квартиру я собаку точно не хочу. Во дворі була б на цепі. Більше нічого. Ну кошку на цеп не посадиш. Ну, звісно, ні. Якщо захотіть, то все можливо. Це якщо, так. Можна і жену, некоторі, і жену. Да, вон, не кричи. Оце не кошечка, це кот. Це чорний кот. Це кусючий кот. Кот. Да, я йому, між прочим, пальцем запіхував в рот таблетки. Да? Ти кажеш кусючий. А ти де в гурмешку ту шо вкусали? Ні-ні-ні. Зайчик, привіт, привіт, привіт. Ну-ну-ну, не бойся, не бойся. Ей, не буду їсти гурмешку, то очень любить. Оце такий, що апетит хороший.
Наголодався в детстве. Та я только что собирал, только что. Это хороший, да? Это, я знаю, что это они любят есть. Диви, бачиш? Им очень это нравится, больше, чем это в пачечках. Дивись. У них цена такая? Это он, оце и любит уже. И черный любит. Да, черному. Черный – это мальчик. Это котик. Календарик. Это Коля тебе купил. Ну, спасибо. Видишь, я ему скажу, молодец. Такого быка. Не знаю, где он нашел. О, бык. Ой, здоровенный, белый, белый. Спасибо, Коля. Вот смотри, тебе два письма. Одно из Санкт-Петербурга. Ух ты, из Ленинграда. А одно, да? Не знаю откуда. Главное написано «Шупик Татьяна Васильевна». Ну и хорошо. Девичья фамилия, я ее не стыжусь. Да. Ой, Латвия. С Латвии, да? Да, из Латвии. Может, Танюха, которая тебе все шла. Да, то Таллин. А, то Таллин. А это Латвия, да, это Рига. Латвия, да, Рига, ага. Не знаю. Сейчас посмотрим, сынок, почитай. Вот это Санкт-Петербурга. Ну хорошо, все? Да, это тебе лоток, Надина, дашь. Ага, хорошо. Это Света передала, это котячая хорошо, еда, я хорошо. Там котов хорошо. Кормил, потом спасибо. Поехал туда, где Света, там не нашел. Коля меня завез. А, всякую штату изъем, бумажечка. Вот да, то батончик мне Коля давал, да. Спасибо. Сейчас почитаем, садись, почитаем. Я то гулять ходив, то... А? Там и то гуляли, там... Ты не в Артема? В Артема, да, был. Я так и понял. Я не спросила, но я догадала. Ай, заяц, заяц. Заяц, лежаночку тебе куплю обязательно. Сигурю, этого, у Леши. А, да, было. Так, сынок, якось надо... Щоб я не порвала. Як тебе сахар? Виглядиш неплохо. Я вигляджу неплохо. Я сьогодні прошибла і борща наварила з квасолі і куриці, і напітка сварила, притушила карасів. І ділаю своє діло. Сіла, поїла, а прибори стоять. Я й те, й те діло відлюкалась, а наготовила. І вже покушала, тоді поміряла 11,5. Ну, може 10 або около 10. Я вже на повний желудок поміряла. А-а-а. Не натощак. Натощак думаю, оте зділаю, оте. А потім сяду, притащила все коло мене на столі. Ну, думаю, ну ладно, записала, як є. А щось в мене не показує, синок, давлення. От подивися, енд пише і все. Може вже батарейка з'їла. Я коли-то ходила в фозі, ну вже давно я міняла. Хорошо, я гляну. Сейчас, сынок, я хочу вот эту. Заяц. Я мені, щоб... Братиків твоїх покорми. Покорми, братиків. Такий конвертик хороший, дебелий. Оп. Сейчас подивимося. Тут поздравляю, сынок. Даже написали шутик, да? Угу. Це куди Україна? Угу. А це Петербург, це Ленинград. От я б, якщо була нога здорова, я б хотіла в Москву поїхати, я б хотіла з Олексою зустрітися. Своїх таких вірних товаришів не, при, не такі, що продають. І придають навіть, не таких. А це чужі люди, ну, ну вірні. Хотіла б з нею зустрітися, хотіла б Ленінград, при Балтики я не була, я б кругом хотіла. Так, да, точно, синок, це з відкриточками, відкриточки. От, все, нічого. Значит, я спасибо. Каждая открытка, каждое слово хорошее. Отсюда мне дороже подарка. Я давно казала. Здравствуйте, Татьяна Васильевна и Самвел. Поздравляю вас с новым 2021 годом и Рождеством. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успеха во всем. Исполнения желаний. Оставайтесь всегда такими же позитивными. Ваши видео поднимают настроение. Привет Пусику и Томасику. Ваша зрительница Лиза. Из Санкт-Петербурга. А тут вот отпечатано. Спасибо, Лиза. Новый год волшебной сказкой. Полночь снова в дом войдет. Множество чудес прекрасных пусть собою он принесет. Воплотить пусть в жизнь удастся сокровенную мечту. Новых сил, удачи, счастья в наступающем году. Спасибо большое. Снеговичок, Лиза, вам Питер привет. Красивейший город, потрясающий. Спасибо. Спасибо вам тоже с наступающим, уже с наступившим новым, наступавшим старым Новым годом, с Рождеством. Просто музеи под открытым небом. Со всеми праздниками, всех зрителей, не только что вы выслали всем. Сейчас еще вот это открою, посмотрим. А ну что за календарь? Тут тоже открыточка. Сейчас потом полим календарь. Кибичок красивый. Коля не забыл. Я когда-то покупала. Ой, класс! Был год петуха. Я когда-то и Коле, и тебе, и Юле, и себе. Январь такой кудлатый. Ну, вас они пролежали у меня, и вы не забрали. А вот я спросила, такой... Коля услышал. Это мы в этом были.
Ой, какие красивые эти ляпки. Ой. Да, хочу сказать зрителям, спасибо, кто меня понял. Я еще в декабре, когда ехала до Алеши на день рождения, и мы с Авалком разговаривали, вот когда Коля быстро едет, поворачивает, и мне тошнило на пустой желудок. Да, тошнило. Даже когда и туда собрались. Ехали, она укачала. Я только приехала к Кире, к Леше и Диане, и говорю, нет у вас кисленького что-нибудь? Мне тошно было, но я не рвала. А сейчас они говорят, нажралась. Ладно, если говорят чужие, но если сами свои, которых я знаю, что такого, и так думают, что я жрала, как свинья, или нажралась, я, во-первых, не жру, а кушаю. Во-вторых, я поужинала, чуть-чуть выпила коньячка, да, и сидела часа три, потому что я после ужина пью таблетки. А после таблеток, это для всех вот таких недоразвитых людей. Я вот такую крошечку в рот не ложу, а не то, что я порола. Они сидели за столом, кушали, выпивали, беседовали, дождались. Мам, не кричи, не кричи. Оно тебе надо. Рабочий. Кому ты это рассказываешь? Мне вот это кричит, кому ты это рассказываешь? Потому кому ты рассказываешь? Что им не докажешь. А что ты, а кому ты доказываешь? А кому ты доказываешь? Теперь все. Уважаемая Татьяна Васильевна и Самвелк, с наступающим 2021 годом. Желаю здоровья. Ведь часто его не хватает, все правильно. Веселья желаю, оно никогда не мешает. Удачи желаю и просто желаю огромного личного счастья. С уважением, Рената, город Риха. Рига. Рига, Риха. Да. ПС, я вас обожаю. Спасибо. Подарки готовы, горят огоньки, и времени бег замедляется. И все, чего ждешь с наступающий год, пусть непременно сбывается. Вот, вот красивые, вот подарочки. Но это не бычок, это собачка лежит. Вот она тоже. Я раньше, сынок, а таких открыток не было. Вот, вот это, присыпанных. Еще мое детство, я еще в школу ходила до 8 классов в Дмитровке. Так вот, у нас там за речкой жили Федоровы одни. И у них тетя или дядя, по-моему, дядя родной, жил в Германии. И он, когда им высылал, я прихожу, они мне показывали. И я на что-нибудь меняла. Такие открытки тоже меняла. Я собирала раньше артистов, открытки красивые, с коробочных спичечек, вот эти бумажечки. Вот такое было. Вот. Марок не было. А Самвелка уже тогда марки начал, все такое. Так вот, таких открыток присыпанных не было. А сейчас и у нас полно, и другого. Спасибо большое. Вам также желаю тоже то, что вы нам пожелали. Здоровья, счастья, удачи, благополучия, достатка в семье, чтобы вы ни в чем не нуждались, жили прекрасно, не болели, не старели. Так держать. Так держать. Спасибо, мама. Спасибо большое. Ой. Я так и знала. Две открыточки, два поздравления. Спасибо. Это очень приятно. И не надо мне... У тебя есть борщ? А? Борщ. Ой, борщ сегодня вкусный, иди. Ничего я в тебе не собираюсь выпрашивать, я тебе борща дал. Я тебе все, маме рыба кушала. Не, рыба мне не надо. Мене вырвала твои рыбы. Я насыплю, ой, вкуснятина, самолка. О, даже видеть не могу рыбу, даже видеть. Это, кстати, чай диабетический. Вкусный борщ. Мам, что это такое стоит у тебя вот это? Где, зайчик? В кувшине. А, это напиток, это с компота, бери, пей. С какого компота? Ну, с фруктов. Каких? А зачем ты? Ты же, я думал, что чай диабетический. Я сварила, он еще теплый. Я не разбавляла. А зачем ты варишь? Я, мы с тобой, думаю, о чем говорили? Ты придешь, ты попьешь. Нет. Ну, можешь с водичкой разбавить. Я тебе сказал, что его пить тебе нельзя. А тебе ж можно. А це что? А це я засолила скумбрию. У мене все есть. И салат он есть. Не надо мне такой салат, я не хочу. Казали, нема в Татьяны Васильевны. Ось, пришел, пожалуйста, с пекинской капусты салат. А что это за салат? Засолила, ну, пекинская капуста. А вот это засолила скумбрию. По твоему рецепту. Я стала шукать, мене нема. Позвонила Наді, вона нашла, як воно називається, Самвелка. Ну, я не можу відкрити, так туго відкривається. Коротше, я один кусочок достаю, один шар наложила. Тут і коріця, тут у мене... От це не треба пити, тебе чай для діабетиків є. Я тільки закінчила, треба купити. Нема, був останній, це для діабетиків, такого нема. Зараз буду шукати. От це можеш відкрити, показати, сину. Та зачем воно треба? От, відкрила. От, смотрите. И вот сутки стоять и можно кушать. Уже я брала, пробовала. Очень вкусно, хороший, да? Да, очень хороший. Лук,
душистый перчик. Тут сахар есть. Гвоздичка. Да? Сахара совсем мало. Чайная ложечка в щерть, а две вот этих ложки соли. Угу. Это десертно. А тут чайная. Совсем мало. Это я делал, да, когда царица? А уксус ложила, да. На у Наде записано. Показала, себе переписала, мне не подиктовала, я вчера сделала. Уже сегодня сутки можешь кушать, пробовать. Ты такую не еси, а вот эту будешь кушать. Есть еще мамки одна порция с фрикадельками суп. И вот горячище насыпает мама и кушает, и не одну порцию. И ничего я от тебя не хочу. А то если да. Мамка угощает, кажут, а на щось от нього хочу, то що я от нього хочу. Вони, синок, мені обідно, як ті люди не замічають те, що я кажу добре. Кажу, мама не спеціально це робить, відкриває. Я знаю, хай не мама, не треба про них балакати, ти не хочеш про них балакати. Значить, синок, спеціально чи спеціально, яка більша, оця миска більша чи оця? Ну, можеш підсипати гарячий, яку скажеш, от це, мені чисту. Да? О, чиста. Давай, насипай. Там є і куриця, м'ясо, ложи. Я тобі оставляла, я думаю, я не голодна на м'ясо, в мене все є. Завтра на день сип, сынок, мяско ложи, там кусочками. Завтра ехать на день рождения, вот, надо будет, еще подсыпешь. Отличный, спасибо. Ты так и любишь, не горячучий, ничего. Спасибо. На томат хороший, тут и желтый томат, тут и красный положил. Дай мне ложку. Сейчас, сыночек, вот тебе ложечка. Так, есть у меня кусок лавашика. Я уже взял. А, молодец. Доїдай. Більше я не купляю. Вкусний. Додавно купила лаваш. А картошки нема, да? Нема, сину, картошки нема. Мелко порізала ету. Як його? Кабачок. Один кабачок. Морковочка, цибулька, сладкий перчик. Все є. І от іще в мене. Мам, убери, щоб мене не вирвала. Мені навіть запах противно. Все, хорошо. Я подальше. Так, що тобі дати понюхати? Воняє. Нічого мені не треба понюхати. Горчицю не хочеш? Не хочу. Ти поближе мисочку ложи. Я тобі дам зараз ось на речик, щоб ти не забризкався. Машеш риби цю вонючу. Я тобі дам, щоб тут є сіл, кропчик, все є. Спасибо, мамка, вкусний борщ. Пожалуйста. Це ти мені наготовила компот, да? Да, синок, то тобі, от бачиш, я все отдаю. От, все вилила, он пустий бак, все. Тобі це пить нельзя. Я спеціально сила, то я хотів. Или табуреточки, или длину скарбу. Мам, зараз у сусідів такого нету. Табуреток нема? А може в когось? У мене 8 стульів, мам. 8 стульів? 8 стульів. І 3 этого, да? А в тебе не 4 стула. І не 6, а 8. Вот. І двоє сядуть. І з родиком у нас 10 чоловік. З родичкою. Ну він може і на руках просто сидіть. Значить, будемо ще так 9. А куди ми там поместимося? Помістимося. Да? Чистенько посядемо. Ну а що? А як у мене ось о, як? Ти сказав, якщо не в ресторані, а вдома, дай Бог, доживу. Ось отут. Ну от посмотрим. Це найбільше кількість чоловік, яке у мене збиралось. Так, да. Інтересно. Ну, а мені не ну, всі кровні, кроме та куда, кого, да. Друг. А остальні всі просто свої. Куди по кругу. Інтересно, як ми помістимося. От там два стула треба, не один на боках. От де сиділи, там один і напроти один. Тут по два. Взагалі овальні столи дуже вигідні. Да. Понимаєш, коли стол ровний, ти сидиш рядом, уже локтями мішаєш. Ага. А коли стол округлий, ага. Уже локти роздвигаються, уже не так ти мішаєш. Ага. Можна тиснути. Та помісно, це не переживай. Два там. Просто 4. Як ставить, там софа. Да. На софу два чоловіка може сісти. Подушка під попу. Та просто ні, софа, понимаєш, вона зроблена так, щоб три чоловіка сіла. А якщо ти її поставиш одну, вона, виходить, займе до хрена місця, а сядуть тільки два чоловіка, понимаєш? Потом... Ну, три хай садиться. Ну, посмотрим там, як буде. Помістимося, не переживай. Посмотрим. Тісноті буде, ну не в обіді. Та, господи, я не переживаю. Не в обіді. У мене он 69 лет мені Мелітополі справляли, всі розмістилися, і немало людей було. Ну, мам, то квартира була здорова. Та квартира однокомнатна, от що, це Олега квартира, де мама жила, вона була 49 квадратних метрів, одна твоя. Или 47, ну там лоджія скільки, 9 квадратів, да? Или скільки лоджія була? В Мелітополі. Це ти в Мелітополі? Да, де ти жила, то що Вадіку віддали, що продали. Сколько она была? А
47, по-моему, метров. Мене от 40, мене 50 и чем-то, 50,9 или 57. 50, 0, то есть, а после ремонта и того меньше. Может, у меня 49, ну, где-то ничего, 48. Ничего. А та была однокомнатная, 47. Тебе, ты знаешь, я хочу сказать, сынок, у тебя очень удобно. Ось кухня, ось столовка. Ну, потому что в кухне куда есть лепиться? Не, я просто кажу, не, я... готовлять у кухни, ось столовка, понимаешь? Вот за це я кажу, очень удобно. Ну, так очень. Я ж так и делал. Хорошо так сделал, так же ж не было. Так же ж не было, по-другому. Гости было. Пришли, сели, да, вот у меня был Игорь с Лешей, допустим. Вот они пришли, сели, мы в спальню только зашли, там что-то посмотрели. Даже не, да, даже сидели не... там и разговаривали. Сидели, общались, и достаточно долго, и да. Если бы сидело и 5 человек и поместилось. И 5, и 10, да. Да. Поместилось, да. Сидел, разговаривал и все. За столом, там на кухню вышел что-то. Кто-то пошел в туалет, да. Пожалуйста, это не как коридорчик. Вот, видишь, у тебя коридор на кухню вот тут. Ну, да. И человек сидит в туалете, а мимо люди ходят. А там да. Мимо никто не ходит. Там да. Дверь закрылась, и тут люди не проходная. Да. Так хорошо там, у тебя хорошо. Хороший проход, так и до туалета, и вот стиралка стоит, и сушилка. Все в комплекте. Да, я сегодня убирал тоже, ой. Я сегодня так вылизывал квартиру. Знаешь, что завтра... Я все, да, я обивку на стульях, на ножках поменял, и в шкафах поубирал, где сумки лишние. И прикрутил вот это в счетчик, у меня была откручена, как такая штука, что закрывает провода, одни тумблера видны, вот такой, как щиточек. А вот тут я как-то делаю, где кончик, где этот... Ну, камин, это ж не от меня зависит, мам. Там они приезжали, смотрели, но там надо думать, как, ну, сделают, никуда не денутся, ну, сделают. Ну, я очень хочу дождаться, чтобы было все хорошо. Да все сделают. Ну, я же понимаю, что... Вот, я сейчас лампочку купил специально туда. Сегодня есть, а завтра у меня нема. Мам, это у нас, мы все так. Не, ну, мам, мы все так. Мама, мы все так. Мама, ты, нет. Первая. Ты ошибаешься. Не ошибаюсь. Ты ошибаешься. Заразить, я не вылечусь. Мама, ну так и что? А тут без этого бывает болезни. Знаешь, сегодня живи, завтра опять рак, вылез и до свидания. Та бывает так, ну, против коронавируса у меня никакого спаса нема. Я сама це знаю. Мам, це тоже не факт. Люди выживают из диабета. И 80 лет выживают. И больше живут есть. Беречься надо, но надо все-таки... И тоже спокойно. И тоже надо спокойно жить, телефоны, проветривание надо, спокойный сон. Тебе проветривается хорошо. А, тебе... а что ты не спишь? 6-7 месяцев, відколи вітілля вилися. Я не претендую, як люди сплять 8 часов тільки надо, тільки 8. У 10 ліг, у 8 чи в 7 устав. Та не надо, мені половина того сна, і я тоді вже весела, щаслива, все роблю, половина того сна. Ну, бувай такого нема, бо у вас тільки я приїхала, стільки нервничала. Отут телефони лежать, оту того. Ляжу, навіть ляжу, як ти казав мені, мама, ну саме позже 11, а то 10. І оце так лежу, нажала 12 часов. Нажала, не сплю не грама. Час, два, три до шести, до полшестого. Не спавши ночь, вообще. Готовлю їсти, то вчусь до полвторого, до начала второго. А тоді ж уже я не видержу, ночь не спать, і ще. Полдня, даже больше. И вот только приляжу, думаю, глянула на часы, еще минут 20-30 до обеда, до двух часов ляжу. Только задремаю, и приходишь ты. И люди думают, что я день и ночь только сплю. Вот это весь сон. Раз я передремала, дивлюся 20 минут, самое большое 40. Все, подходит опять ночь, опять я не сплю. Сюда не залазю, не трогаю никого. Лежать. Думаю, таке я можу днем подивиться. А если раньше было интересное кино, я могу сидеть и до полвторого. Мам, надо спать. Спать. Вот надо. Даже если не спишь, надо заставлять, чтобы тело отдыхало. Просто лежать. А тоді, може, и заснешь. А то думают, о, я непробудним сном сплю, жру багато. Ой, ну таке вже. Я не слон. І стільки Іра готовила, стільки Света Коліна мама наготовила. Всього, що й не взяв всього, а ще є і даже й можна. І такі люди не больні діабетом і не таким діагнозом, як я. Всього просто не можуть попробувати, бо дуже багато. Правильно Самвелка Віри сказав. Mm-hmm. Не надо стільки, надо разнообразій менше, тільки в більшому кількості їх приготовити. Не таку. Там, я считаю, что да, приготовить мисочку, основное, допустим, душой, а сделать больше. Хотя я тоже, как гости приходят, я тоже начинаю то и то, но просто что
от готовишь салат много, от огурцы, там помидоры, зелень, от это листья, да, зеленый салат. Вот все едят. Вот это готовишь такую мисяку. Здорово. Да. И второе, и готовишь какое-то мясное или рыба, или что мясное. Запекаешь мясное, там или у тебя есть курица, с картошкой, мясо с картошкой сделать. И салат. И с головой. І з головою. Отак Самвелка всі, отак і ти, отак і я, були в мене компанії, я стараюсь побольше. Ну це ж по-дурацьки ми. Ми з Надією жили, я завжди Наді накладу сумки на син Коля. А, це що, в Мелітополі? Надя, що померла, дуже хороша теж жінка. Була хороша жінка. Вона мені накладає, я піду, Таня, бери в нас вата. Ну не поїдали, багато. Так дивлюся і Башкірія. Тож кожен год кажуть, Гульнас, давай цей год буде менше. І опять починають. То риба в шубі, то нарізки, то гурці. Я бачу, як цей Новий год. Купив креветки і бутерброди, і шампанське. Ти молодець. Все. І що я приїхав і на Ігрень? І ти поїв хороше, і питання. І я приїхав, от я приїхав на Ігрень. Я сів. Я сів одну ложку олів'є, в прямому смислі одну ложку. От одну ложечку положив маленьку. Ну, столову ложку. Да, столову ложку, даже без горки. Сів один кусочок м'яса, шашлика один. Один бутербродик там з ікрою був. Ага. И что-то вот еще один кусочек чего-то. Все. И все. Да. И я уснул и вырубился. Да. И все, я уже усыпал. Можно было и не ехать. Ты уже наевся. Раз. Ну что, зустреть? Ну просто что. Дело же не за еды каждый ездит. Просто отметить. Но дело в том, что ты поехал сытый. Ты ел таке? Я съел 4 креветки, 4 бутерброда. Их тебе было 7. 4, потом я на следующий день съел одну. А, ну я знаю, у тебя было 7. Я якраз ти знімала, я дивлюсь, вони здорові раз-раз посчитала. Думаю, раз мені 2 приніс, значить Самвелка 5 штук. Ні, я 4. Новогодні ночі з'їв 4. Вони такі здорові. Да. Ти що? Вони такі большущі. І голову дірвеш, останнє. От, в принципі, навіть якщо хтось вдвоєм відмічає муж з жіною, це креветки, бутерброди і якийсь маленький салатик можна. Якщо хочуть гаряче, можна гаряче. Все. Та зачем это не надо? Горячень. Ночью жрать сидеть. А не холодчик. Холодчик, холодец, на, у холодно надо есть. Не холодец, а что да, готовил. Да, я тебе все выключишь, это я Ире сказала. А Ира мені дзвонить, каже. Вот такий холодчик, вот такий. Вот такий. Ти холодчик. Приготовишь? Кані, не буде готовить, вона її, вона сьогодні, мабуть, перекипятила. Я в мене понеділі в холодильнику нічого не трогала, хороший. Якщо чоловік сумнівається. Це Діані на день рождения? Да, хай 2-3 дня постоя, взяла його, перекипятила, розлила, опять буде такий самий. Да? Опять такий самий, і вона привезе сама у своїй машині. Казала, сварю, мам, тобі понравився мій компот грушей. Кажу, да, я хоч трошки вип'ю з водою, дуже вкусний. Груша, в мене маленькі кусочки, того, що тут я ложила, а в неї видно здоровий. Каже, я скажу, Гена, чи хтось візьме, вона привезе этого, компотику цього, вона привезе холодне, от діти привезуть щось, зробить якісь салати. Кажу, якщо буде робити Льоша, ето, хай зробить, бабушці дуже понравився його торт. Мені можна, він там сладості зовсім. Одна ложка на весь торт. У меня гара-гара есть. Одна ложка, такие. Всего лишь мед. Все. Ни сахара, ни якого варенья, ничего там немає. Жиру мама, немає. Давай сейчас сахар померяем. Так я поела, значит, когда? Недавно. Ну, вот как раз после еды нормально померяем. Я же уже 2 раза ела после того. Просто после еды как раз и надо мерить. Потом это. Я себя хорошо чувствую, я честно скажу. Сколько покажу, я не знаю, но я так хочу. Я знаю, просто говорю, давай померяем, просто на всякий случай. Ну, не знаю. Ну, всегда надо мерять натощак. Нет, говорят, что после еды тоже надо мерять, через 2 часа. Вот говорят, тут вот, ты натощак померила, а потом... Я сейчас скажу, я ела 3:30, и я ела 5:30. Ой, 5:30, не. 3:30 обедала. Ну и все, и больше не ела. Не, еще я ела. Я еще а что ты ела? Борща, борщ. Мне а зачем, мам? Вот, не надо мерять сейчас. Давай, если ты будешь уходить. Нет, давай померяем. Давай, как ты будешь уходить тогда. А зачем ты ела? Ты же ела, обедала. Зачем ты опять ела? Ну, перекус. Какой перекус? Тебе же не должно быть перекус. Борщ дуже добрый. Дуже добрый борщ, Самвелка. Давай померяем. Мясо не ела. Я мясо тебе оставила. Та мясо это не проблема. Курочки. Не проблема, я не ела. Я борща захотела такого. Такого вкусного. А дома ще на одну порцію фрикадельки є, супчик. У мене є, що їсти.